Ребята, всем салют, с вами как всегда Шухрат, и вы на моем канале. Наконец-то забираем сегодня нашего первого 99-го игрока и события ТОС, а также открываем паки, собираем СБЧ, прокачаем наших игроков до 100-го и даже до 102-го, и прокачаем наш состав, естественно, и сегодня будет реально дико интересно. Так что я вам советую посмотреть ролик до самого конца, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и давайте начнем побыстрее этот ролик. Let's go! Ну что, ребята, мы начинаем. Сразу открываем один пак событий резервисты ТОС серии А. И сейчас нам выпадает один игрок с рейтингом 91+. Давайте сюда 94-го. И нам выпадает, блин, 91-й Иммобили. Хотел забрать или 94-го, или 95-го. Но нам выпал именно Иммобили с рейтингом 91. Ну, в принципе, неплохо. В прошлом видосе мы хотели его забрать. И вот вам забрали Иммобили. А сейчас прокачаем нашим игрокам ранги. И наш первый игрок — это у нас Ндомбеле с рейтингом 96. Потратим 300 тысяч монет. И теперь у Ндомбеле 7-й ранг уже. Это очень круто. А теперь прокачаем нашему игроку Хайлеру, потратив опять 300 тысяч монет. И теперь у нашего Хайлера 6-й ранг. Поздравляем, Хайлера. Скоро я тебя поменяю 100%. А сейчас, ребята, мы наконец-то заберем нашего первого игрока с рейтингом 99+. Это у нас Берарди с рейтингом 99. Правый полузащитник Сассуолы. Наконец-то, Берарди, welcome. Забрали его, статы просто имбовы. Самый лучший, думаю, самый лучший правый полузащитник в игре на данный момент на бусте Далины удары. Потому что реально статы просто пушечные. Посмотрите на это, 124 скорость, 112 удар. Просто что это просто. А также забрали 135 очков Ultimate TOS. То, что надо. Сейчас, ребята, мы прокачаем нашим игрокам усиленный навык бусты. И наш первый — это буст капитан. Потратим опять миллион монет. И теперь усиленный навык капитан прокачан до 14-го. Это очень круто. Наш следующий буст — это у нас Донарума. Это рефлексы. А также прокачаем усиленный навык в далиные удары. Потратили 600 тысяч монет. И теперь усиленный навык в далиные удары прокачан до 13-го. А также прокачаем усиление навыков второй нападающий, тоже до 13-го, потратив 600 тысяч монет. И теперь, ребята, мы сейчас заберем 1 400 000 монет, потратив 1500 очко серии А. Тот серии А для того, чтобы забрать Донаруму, но не сегодня заберем его. И не знаю, хватит ли нам очки для того, чтобы забрать Донаруму. Посмотрим это, посмотрим. А сейчас, ребята, соберем СБЧ для того, чтобы забрать игроков с рейтингом 90+ из Голландии. У нас СБЧ готов, сейчас сливаем наших игроков, и вот наш СБЧ, можете скриншотик сделать. И сейчас нам выпадает игрок с рейтингом 90+, давайте анимированного игрока, и нам выпадает игрок с рейтингом 91, блин, реально, хотел забрать крутого игрока хотя бы 90-го, но анимированного. Было бы круто. Забрали 91-го игрока центрального защитника Аякса. Ну, в принципе, неплохо. А также забираем СБЧ для того, чтобы забрать игрока с рейтингом 90+, только из Китая в этот раз. СБЧ тоже готово. И можете тоже скриншотик сделать. Было дешево, поэтому сейчас открываем пак. И давайте сюда в этот раз 90+, хотя бы анимированного. И нам выпадает игрок... Блин, самый хреновый игрок с рейтингом 90 и плюс не анимированный. Блин, нам в этот раз не повезло. Теперь, ребята, мы открываем 4 пака в событии резервисты Лиги 1. И тут нам реально могут выпасть типа 94, 92. И нам выпадает сразу 92 левый защитник Монако. Вот это нам повезло. Неплохо для первого пака 92 рейтинг. Это вообще неплохо. Давайте теперь заберем 94-го впервые раз, пожалуйста, наш второй пак. И хочется забрать 94-го, но, скорее всего, нам выпадет 89-й, это же e-sport, пацаны. И наш второй пак, и нам выпадает, как я сказал, 89-й правый фланговый защитник. Ну, для СБЧ неплохо. А теперь, ребята, мы с вами сейчас открываем третий наш пак, и уже не хочется забрать 94-й, потому что знаю, тут нам выпадет или 89-й, или, ну, я как я сказал, 89-й центральный полузащитник Монако. Наш, ребята, последний пак, четвертый пак, тут
скорее всего, на опыте. Или монеты, или усиление навыка, потому что 4 игрока сразу никогда не выпало. И нам выпало, как я сказал, 250 тысяч монет. Монеты, кстати, мне очень нужны. А теперь, ребята, мы с вами сейчас прокачаем нашего Дэвида Бекхэма до 102 рейтинга, потратив 5 миллионов 300 тысяч монет. Что 5 миллионов, это дофига. Потратили. Дэвид Бекхэм с рейтингом 102, welcome. Статы просто имбовые. Его можно даже до 104 прокачать, но не сейчас, а потом. А теперь прокачаем нашего Мане до 100 рейтинга, потратив 1 800 000 монет. Я все-таки решил прокачать именно Мане с рейтингом 99 до 100 рейтинга. Потратили наши 1 800 000 монет. Мане, сотый красавчик, просто статы имбовые. Наш следующий игрок, ребята, я купил этого центрального защитника, сейчас потратим почти 700 тысяч монет. И теперь у нашего центрального защитника нового, 6 ранг, передали ранг от Кумана. Почему? Потому что, ребята, мы сегодня с вами прокачаем нашего Делихта с рейтингом 99 до 100 рейтинга. Всего лишь надо потратить 375 тысяч монет, и мы сливаем нашего Рональда Кумана. Куман, спасибо большое, но ты мне сейчас вообще не нужен. Делих с рейтингом 100, welcome. А сейчас, ребята, поставим нашего Берарди на основной состав, и рейтинг у нас сразу становится 139. Но у нас есть еще 500 очков способностей, и сейчас потратили 500 очков способностей, забрали 1 плюс рейтинг, и вот наш финальный состав. Рейтинг 140, сыграно с 212. Просто, ребята, очень хороший, очень крутой состав. Да, я знаю, что у Эваньона теперь 147, а у меня 140, я отстаю, но, ребята, у него, блин, все игроки на своем позиции, и у него, блин, просто пушечные игроки. А сейчас у меня нету центрального защитника нормального, нападающего. Если нам очков хватит, то я заберу Донаруму с рейтингом 99 из тот серии А и передаю его ранг на нашего Донаруму, и тот Донаруму с рейтингом 99 продам. А вместо него, скорее всего, куплю центрального полузащитника. И самый хороший вариант за эти суммы, это, оказывается, Гёндоган с рейтингом 98, у которого статы просто имбовые. Скорее всего, я куплю его. А также, ребята, вместо нашего центрального защитника там через 3 недели будет Фернандо Еро с рейтингом 98, прайм икон и события кумиры. А также вместо Хайлера я, скорее всего, заберу то ультимейт тос нападающего на бусте или завершение атаки, или второй нападающий. Или же заберу Цапника из ультимейт тос, а нападающего куплю, скорее всего. Кого вы советуете забрать из ультимейт тос игроков? Нападающего на бусте завершение атаки или второй нападающий? Или же Цапника на бусте тайные удары? Напишите в комментарии, очень интересно. Ну что, дорогие друзья, на сегодня все. Сегодня мы открывали паки, собирали СБЧ, прокачали наших игроков до 100 и 102 рейтинга, прокачали наш состав и забрали, наконец, первого 99 игрока из события ТОЦ. И думаю, было дико интересно. Если это, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забудьте ставить колокольчик, чтобы не пропускать такие интересные видосы. В следующем ролике, скорее всего, я, если получится, заберу Донаруму с рейтингом 99 и, может быть, в следующем ролике уже заберем ультимейт от игрока. Посмотрим. Ну, с вами был, как всегда, Ашифа. Это была рубрика прокачка основного состава. Всем удачи. Пока.